Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня я вам расскажу о долгожданном событии. Arcage выходит на ОБТ. Буквально вчера мне на почту пришло уведомление о том, что 14 февраля, то есть завтра, ну, по моему времени, это будет предварительное создание персонажа. 16 же числа будет старт для обладателей раннего доступа и тех, кто купили так платиновое издание. И 22-го в 10 часов утра по Москве начнется открытое бета-тестирование. Все это же, но с более яркими подробностями, описано на официальном сайте Arcage. То есть 14-15 у нас будет возможность создать персонажей. Этим я, пожалуй, и займусь. Видео будет на канале, я вам покажу все возможности редактора. Потом 16 числа мы как-то обождем, потому что покупать что-то у Mail.ru я не буду. Только по той причине, что она угробила несколько моих довольно любимых игр именно своим донатом. Ну, слухи, правда, про Arcage оправдались насчет фри-то-плея. То есть относительного фри-то-плея. Вы же меня понимаете, правда? В принципе, вы можете достигнуть тех же успехов, что и остальные игроки, которые играют с премиум-аккаунтами. Простите, пожалуйста, заговариваюсь. Просто такой сумбур. Но это будет намного дольше. Единственное, ради чего стоит действительно проплачивать в Arcage, это премиум-аккаунты. Премиум-аккаунты как в танках. Теперь более подробнее. Для тех, кто играл в русскую ЗБТ, которая была по ключам, те знают масштабы этой игры, все ее великолепности. То есть, да, там есть гринд, но там есть интересные квесты. Да, там есть продвинутая графика и боевая система, но там по-прежнему есть донат. Так что плюсов и минусов вполне хватает, и они вполне соразмерны. Теперь давайте-ка поподробнее об ОБТ. Естественно, после ЗБТ все персонажи вайпаются, которые были созданы на ЗБТ. И официально оно начнется 22 февраля в 10 часов по московскому времени. Подробная информация будет опубликована в социальных сетях. Также вы можете почитать про специальное издание Arcage. Все это будет размещено на официальном сайте игры. Так что ждите дальнейших видео. Я очень жду Arcage на ОБТ и очень жду его на Free-to-Play. Игрушка действительно увлекательная, очень интересная. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ждите новых видео. Всем пока. С вами был Марс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.